Давай, сегодня... Сегодня у нас 9 июня 2016 года. Вот у нас здесь поселок Потеряевка Алтайского края. Пошел град Соловой Льдинки. Всю нашу рассаду сейчас побьет там на огородчике. Льдинки показал, да? Да, показал. Ой-ой-ой. Здесь полипомил у нас. Да, на все воля Божия. И главное, в интернете-то они не видели, как град-то будет. А небо какое? Не было, да? Небо какое, смотри, страшно. А, небо-то, непонятно. Небо. Обложило. Ладно, Виктор уехал, слава Богу. Он сейчас должен подъезжать, наверное. Еще и завтра будет здесь, основное, что интересно. Тоже на видео снимал, да? Бедный шарик наш, поди в конуру забился. О, попустило. Ну, все. Да. Ну там-то вообще ничего не видно. Вот представь, как было в Египте. Там-то и было, это еще у нас мелочи все. Ты про казни говоришь? Ну конечно. Напомню, что там за казнь такая. Град тут был, да? Да, там много чего было. А град был? Град? Град-то был? Не помню, града. Жабы были там. Мухи, жабы, саранча, кузнечики. А град я не помню. Сейчас придем и будем Библию читать, чтобы напомнить. Что тут книгу Исхода там. Пятой главы какой-нибудь. Господь показывает силы сталкиваться.